Спасибо, что помните, спасибо, что знаете. С благодарственными письмами и подарками к замдиректору по персоналу и социальной политике НПО «Энергомаш» пришли члены движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Гости поздравили Валерия Сметанина с 60-летним юбилеем, поблагодарили за сотрудничество и неравнодушие к жизни города. Здоровья, самое главное, благополучие. Удачи, чтобы вот такой молодой, красивый, всегда подтянутый оставались. Мы вам в первую очередь желаем крепчайшего здоровья, чтобы вы всегда были таким же лучезарным и улыбчивым, и таким же добрым, я уверена, и прекрасным, хорошим человеком. В марте заводчане присоединились к движению общественной поддержки «Химки. Интересно жить». В собраниях трудового коллектива принимали активное участие лидеры движения Татьяна Кавторева, Ирина Беляева, Николай Томашов, Людмила Клименко, Юлия Захарова, Аминат Халидова, Глеб Демченко, Андрей Зайцев и Сергей Новосельцев. Работники «Энергомаша» выдвинули инициативы по созданию более комфортных условий в «Химках». Это и проект по обучению детей правилам безопасности на дороге, организация дополнительных площадок для выгула собак и обустройство зон отдыха у реки Химки для ловли рыбы. За время существования движения общественной поддержки трудовые коллективы округа выдвинули уже более 1500 инициатив. За них можно проголосовать на сайте hish.online. Те инициативы, которые наберут большее количество голосов, будут реализованы первыми.